Приветствуем у экранов всех любительниц ювелирных украшений. Это канал интернет-магазина «Серебряная птица», и мы рады вновь видеть вас в новом видеообзоре. Сегодня мы приготовили для вас совершенно уникальный показ. Мы все привыкли любоваться серебряными ювелирными изделиями от ювелирного завода «Красная Пресня», а сегодня мы покажем вам, как эти изделия смогут заменить изделия из бижутерии того же самого завода. То есть проверенное качество, проверенная красота, проверенный отечественный производитель. Мы считаем это достойно того, чтобы вы посмотрели этот ролик. Поэтому приготовьтесь удивляться, потому что мы уже стартуем. Представляем вам серьги в бижутерии, в покрытиях серебрения и золочения. Вставка на изделиях – ювелирное стекло. Стартует наш обзор с вот таких серег витиеватой формы, которые так любимы нашими покупательницами. Как вы можете видеть, в бижутерии серьги визуально совершенно не отличаются от серег в серебре, а стоимость их на порядок привлекательнее. Чтобы узнать ее, переходите по ссылкам в описании к этому видео на наш сайт, где вы сможете не только узнать цену, но и сразу безопасно заказать украшения, если они пришлись вам по вкусу. Высота серег 44 мм, ширина 9 мм, паспортный вес 3 грамма ровно. Серьги и кольцо из бижутерии в покрытии серебрения с оксидированием. Украшение без вставок. Комплект удивительной красоты сейчас перед вами. Только посмотрите на детали этих прекрасных цветов. Поверьте, мастера завода «Красная Пресня» с такой же ответственностью подходят к своему делу при создании украшений из бижутерии, как и при создании серебряных изделий. И все это для того, чтобы каждая смогла позволить себе наслаждаться ювелирной красотой без опасений за стоимость украшения и его тяжелый вес. Шинка кольца в этом комплекте не препятствует движениям ладони. На серьгах надежный английский замочек. Паспортный вес серег 4,6 грамма, кольца 3 грамма. Серьги в бижутерии в покрытиях серебрения и золочения. Вставка на украшениях – имитация жемчуга. Вновь в нашем обзоре серьги-продевки в двух вариантах покрытия. Посмотрите, как они великолепно смотрятся. Покрытие держится на бижутерии завода «Красная Пресня» очень прочно, и украшения долго будут вас радовать. Напишите нам в комментариях, в каком покрытии вы хотели бы видеть эти серьги, и обязательно заглядывайте на наш сайт jewelmagazine.ru, чтобы найти там те самые понравившиеся украшения или другие изделия, которые вы найдете интересными. Паспортный вес этих серег 2,9 грамма. Серьги в бижутерии, в покрытиях серебрения и золочения. Украшения без вставок. Легкие и дерзкие серьги-гвоздики с очень оригинальным дизайном для самых смелых любительниц украшений. Мы даже не сомневаемся, что эти миниатюрные изделия придадут вам игривое настроение и зажгут задорный огонек в глазах, а их цена вас приятно удивит. Диаметр передней части серег 10 мм, длина штырька застежки 13 мм, паспортный вес изделия 1 грамм. Продолжает наш показ вот такой комплект, в который входит серьги и кольцо из бижутерии в покрытии серебрения. Вставка на украшениях – невероятное ювелирное стекло.
Только посмотрите, насколько оно красиво в квадратной огранке, переливающееся, двухцветное. Сами украшения выглядят очень оригинально и достойно, и совсем неотличимы, на взгляд, от серебряных изделий. Размеры вставки на этих украшениях 14 на 14 сантиметров. Высота серег 21 мм, паспортный вес 5 грамм, кольца 3 грамма ровно. Серьги и кольцо в бижутерии в покрытии серебрения с оксидированием. Украшения без вставок. Богатый и элегантный комплект украшений для любительниц филигранных узоров. Да-да, филигранные узоры могут быть легко исполнены и в бижутерии. И изделия с ними выглядят не менее потрясающе, чем в серебре. Не отказывайте себе в удовольствии и не бойтесь цены. На бижутерию она более доступна, чем может показаться. И при этом украшения останутся все так же прекрасными. Паспортный вес серег 6,4 грамма, кольца 4,9 грамма. Кольцо и серьги в бижутерии в покрытии золочения, вставка на украшениях фианит. Посмотрите, какой роскошный камень, фианит насыщенного гранатового цвета сейчас в нашем показе. Смотрятся они очень элегантно и по внешнему виду ничуть не уступают ни золотым, ни серебряным украшениям, а цена гораздо более демократична. Переходите по ссылкам в описании к этому видео на сайт нашего интернет-магазина и заказывайте украшения для пополнения вашей коллекции аксессуаров. Размеры вставки на данных изделиях 7 на 7 мм. Паспортный вес серег 3,7 грамма, кольца 2,6 грамма. Еще один роскошный комплект ювелирных украшений из латуни. Это кольцо и серьги из бижутерии, как вы уже поняли, в покрытии серебрения с оксидированием. Вставка на изделиях – культивированный жемчуг. Посмотрите только на это богатство, на детальность каждой линии, каждого элемента. Такие украшения в серебре весят довольно много, и для некоторых это действительно фактор, который останавливает от покупки. Изделия в ювелирной бижутерии по внешнему виду совсем не отличаются от серебра и в то же время имеют меньший вес, поэтому очень советуем присмотреться к этому комплекту. Паспортный вес кольца 4,6 грамма, серег 8,1 грамма. Серьги и кольцо в бижутерии в покрытии золочения, вставка на украшениях фианиты. Интернет-магазин «Серебряная птица» всегда рад предложить своим покупателям изделия, которые подчеркивают индивидуальность, и этот случай не исключение. Посмотрите, какой утонченный и нежный комплект украшений. Прекрасно дополнит любой ваш легкий летний образ за счет своей изящности. Ширина кольца в самом широком месте 11 мм, паспортный вес кольца 2,1 грамма. Высота серег 21 мм, ширина 11 мм, паспортный вес 3,4 грамма.
Оцените, какую красоту мы вам сегодня показываем. Это кольцо и серьги из бижутерии в покрытии серебрения с оксидированием. Вставка на них – ювелирное стекло собственной огранки. Прекрасного лазурного цвета. Если вы мечтаете о море, то этот комплект как раз для вас. С ним море будет в ваших руках в прямом смысле этого слова. Украшения смотрятся просто великолепно, а их цена вас точно порадует. И чтобы узнать ее, вам нужно всего лишь перейти по ссылкам в описании к этому видео. Размеры вставки на украшениях 15 на 15 на 15 мм, высота серег 26 мм, ширина 16 мм, паспортный вес 8,8 грамм. Ширина кольца 15 мм, паспортный вес 4,4 грамма. Посмотрите, какие прекрасные изделия! Серьги и кольцо в бижутерии в покрытии золочения. Вставка на украшениях, искусственная шпинель и ювелирное стекло прециоза. И то, что они в бижутерном исполнении, делает эти украшения только легче и еще краше. Словно свежая зеленая листва обвивает ваш пальчик, и прекрасный цветок находится на мочке уха. Очень нежный и в то же время жизнеутверждающий цвет невероятной вставки. И сам дизайн украшения также. Позвольте себе быть роскошной вместе с украшениями из ювелирного интернет-магазина «Серебряная птица». Ширина кольца 8 мм, диаметр центральной вставки 6 мм, паспортный вес кольца 2 грамма ровно. Высота серег 23 мм, ширина 10 мм, диаметр центральной вставки 6 мм, паспортный вес серег 4,4 грамма. Таких невероятных украшений в нашем обзоре еще не было. Это серьги и кольцо в бижутерии в покрытии серебрения с оксидированием. Вставка – искусственный агат. Согласитесь, эта величественная вставка в сочетании с дизайном изделий смотрится очень благородно. И поверьте, при покупке таких украшений ваш бюджет совершенно не пострадает, а вы получите море удовольствия и восхищенных взглядов. Обратите особое внимание на тыльную сторону серёг и такой же дизайн у тыльной стороны кольца. Бесподобные узоры. Однозначно крайне рекомендуем к заказу. Паспортный вес серёг 10,7 грамма, кольца 6,6 грамма. Какие же роскошные украшения сегодня в нашем обзоре! Не устаем восхищаться! Серьги и кольцо в бижутерии в покрытии золочения, вставка на них – искусственный авантюрин. Посмотрите, как женственно выглядит авантюрин в этой вставке и огранке. Какой элегантный дизайн в целом у комплекта! Украшения прекрасно дополняют друг друга и добавят вашему образу статусности и уверенности. На вид украшения не отличить от золотых, а вот цена во много раз отличается и только в вашу пользу. Скорее заказывайте эти изделия и приготовьтесь принимать комплименты. Паспортный вес серег 7,1 грамма, кольца 4,8 грамма. Серьги и кольцо в бижутерии в покрытии серебрения с оксидированием. Вставка на украшениях – ювелирное стекло. Посмотрите на необычайную огранку этой вставки.
Этот комплект с уверенностью можно надеть на семейный праздник с приятной атмосферой лета, улыбок и искрящегося веселья. Украшения ненавязчивые, не перетягивают внимание на себя и в то же время более чем доступны по цене. Рекомендуем присмотреться к ним получше. Паспортный вес серёг 4,6 грамма, кольца 3,3 грамма. Серьги и кольцо в бижутерии с покрытием золочения. Вставка на украшениях искусственная шпинель. Для поклонниц классических дизайнов в ассортименте магазина «Серебряная птица» у нас также есть чем вас порадовать. Например, вот такой комплект прекрасно подойдет и к деловому, и к праздничному, или просто к повседневному образу. Прекрасно заменит вам дорогостоящий золотой комплект. Ширина кольца 9 мм, диаметр вставки 6 мм. Паспортный вес 2,6 грамма. Высота серёг 20 мм, ширина 10 мм, диаметр вставки также 6 мм. Паспортный вес 4 грамма ровно. Серьги и подвеска из бижутерии в покрытии серебрения с оксидированием, вставка на украшениях искусственный черный агат. И в завершении обзора полюбуемся вот на такой комплект. В нем также искусственный черный агат и очень торжественная оправа. Такой комплект однозначно стоит надеть на вечернее торжество, но если объемные аксессуары нравятся вам и в повседневной жизни, то почему бы и нет? Переходите по ссылкам в описании к ролику и заказывайте в ювелирном магазине «Серебряная птица» то, что нравится именно вам. Паспортный вес подвески 3,8 грамма, серёг 9 грамм ровно. В обзоре использована цепь RDG-4 из серебра. Вот таким получился наш обзор. Мы надеемся, мы смогли сделать его для вас не только красивым и интересным, но еще и очень полезным, и вы узнали много нового о бижутерных ювелирных украшениях. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нам будет очень приятно. И, конечно же, пишите в комментариях, какие украшения из обзора вы хотели бы примерить или даже заказать себе. А мы прощаемся с вами до новых встреч в новых видеороликах. Искренне ваш интернет-магазин «Серебряная птица».